что в реке, что тут примерно одинаково. И еще один совет для рыбалки: не только всегда берите эту бейсболку, потому что у дождевика капюшон мягкий, он постоянно на лицо будет налезать, а так вот он держит и обзор хороший. Это важно, когда стреляешь на охоте или когда кидаешь удочку. Надо, наверное, съесть этого головля. В конце дня думал по-быстрому щуку поймать. Говорит, он невкусный. Заодно проверим, как он в таком состоянии. Сейчас, потому что все должно быть вкусно. Вот, кстати, обух заточенный для ножа, он не только для огнива нужен. Чешую он снял прям мгновенно. Я вот, видите, хожу в кроссовках сетчатых, таких пляжных, но у меня там эти дожди идут, и трава мокрая. Мембранные носки позволяют налегке ходить, не бояться воды, еще гамаши. Все от клещей пропитано. Ну, вода теплая. Поем потом, искупаюсь еще. Мясо сваливается с костей. Да вроде ничего, есть можем. Поесть хочет. Чувствует головля. Маленький лисенок, не успели его еще напугать. Собаку не взял. Хорошо, что тебя Астор не видит, иначе бы сейчас подал бы. Любит добирать просто очень.
три крысы ходят. Вроде обычные. Но они так плавают, лезут. Я пока их отвлекал, лиса одну убила. Сейчас лиса в траве лежит, в засаде. Крыс больше не хочется, хочет мой рюкзак сожрать. Да и дай крысу еще потом убил. Вообще диких животных не стоит кормить. То сюда уже что-то более крупное идет. Пойду-ка я отсюда. Кошки титановые взял. Сомы. Удобно. Спать вот так буду. Просто тент, а там полок. Хороший коврик. Все это очень легкое. Быстро будет. Быстро садится. Мешок, коврик надул, снизу футпринт, не помакал, класс. Даже подушка есть. Комаров, как ни странно, нет. Их столько было, и мошки, и комаров. И как назло, исчезли после такой подготовки.
ясность орёт. Приятный звук. Не знаю, чего так. Многие боятся. Ну так, поел, отдохнул, сил прям умножилось. Хотя уже, конечно, 2 часа ночи, спать пора. Может быть, завтра что-нибудь расскажу. А по поводу диких животных, почему я говорю, что их не надо подкармливать? Они же не воспринимают это так, как мы. Многие люди проецируют то, что они думают о себе, на животных. Например, про рыбалку. Многие рыбаки там думают, что... Ну вот там типа жара стояла, сейчас дожди идут и похолодало, и типа вот вроде как лучше клевать должно. Ну потому что они как они думают, что вот холод, дождь, ветер, снег, это на нас это влияет почти мгновенно. А рыба, допустим, она изолирована в толще воды, и до нее это дойдет там, дай бог, через неделю. Поэтому... Если стояла жара там, то... Потом похолодало, не думайте, что-то изменилось для рыбы. Ловите так же, как будто еще жара. Много таких фишек есть. А что касается лисы, там, не знаю, лиса еще ладно. Она же не воспринимает это так, как мы. Она не испытывает чувство благодарности. Если кто там медведей подкармливает, он же как это воспринимает? Не то, что такой хороший человек меня покормил, теперь я ему обязан там или еще что-то. Он воспринимает это так, что... Ну это слабак, который не может отстоять свою еду, и он отдает ее мне. Поэтому раз покормили, два покормили, он и бояться перестает. А потом вот эти всякие неприятные ситуации происходят, что он приходит, его там не покормили. Он говорит, дай-ка я припугну этих слабаков, чтобы опять мне еду отдали. И отметили от кого-нибудь. И это уже как бы не весело. Ладно, спокойной ночи. Спал нормально. Лиса, правда, меня опять нашла. Ходила здесь. Это я на всякий случай вот этот пакет с едой сразу забрал. Но она вот пришла и вот там даже здесь спать легла. Часа два там она прошло, а потом она как заорет там, там. Я аж подпрыгнул здесь, как, тоже заорал на нее. Тогда только она убежала. Могу показать, на что я ловлю. Обычно такой вопрос первый бывает, это как, знаете, на охоте. Чем стрелял там, из чего стрелял. Ну вот, у меня есть такая коробочка походная, маленькая, с приманками. Вот такие штуки мне очень нравятся. Это резина, но она, вернее, силикон, но он такой супер просто, какой-то прочный, его прям порвать нереально. Это прям, это то есть не вот такие вот, как... Легко рвется. Название, страшно сказать, Z-Man. Это какие-то американские на самом деле. Какая-то очень прочная из силикона, он такой прям кондовый. Но из всех вот этих приманок, которые бы я использовал, знаете, как для добычи еды, там, чтобы в нас положить, или для добычи в походе еды, вот это очень такая классная штука, но самое главное, это вот именно офсетный крючок. Офсетный крючок, он вот так устроен. У него вот такое брюхо большое. Здесь, видите, такие два плавничка. Ну, их может и не быть, но у меня вот жало крючка именно там между ними. Поэтому вот так это все пролазит очень легко, я даже не цепляю пальцем. То есть, чтобы протягивать сквозь траву, камни, то есть проходит замечательно.
И в чем плюс этого офсетного крючка? Его можно использовать как вот такой крючок выживания. Сейчас покажу, почему. Вон, вытащу. Ну, мне нравится фирма Decoy японская, но любой может быть. Там номер 1, 01, 02, 03. Бояться больших размеров тут особо не надо, потому что хищная рыба — это вам не леща, не плотва. Рты у них большие. И на него можно одеть там все что угодно, на самом деле. Какую-нибудь гусеницу здоровенную, лягушку поймать, там ящерицу. Но сейчас я не буду этими заниматься, таким живодерством. Но я ловил вот таким способом очень много раз, потому что вот офсетный крючок — это самое важное. Даже вот шнур можно сделать там из паракорда, живо вытащить, еще как-то. Но вот из крючка нормального не будет. Очень тяжело. Либо надо будет найти проволоку, и высокие навыки заточки должны быть. Вот так это одевается. Приманка может быть почти любой. Вот здесь вот мы протыкаем прям вот так. Примерно на объем вот этой вот штучки. Она нужна, чтобы эта приманка не соскальзывала. Вот так проткнули, протаскиваем его туда. Его надо развернуть, этот крючок, потому что он же должен снизу выходить. То есть вот так. И здесь надо крючок померить вот отсюда, от этой ступеньки. Вот эта длина нам важна. И вот мы протыкаем снизу, чтобы он вышел там. Особо удачно. Дальше вот эту рыбку вытягиваем прям туда. Она должна быть прямой обязательно. Иначе игра нарушится. Ну и здесь вот есть вот эти плавнички, я их вот так раскрываю, чтобы крючок туда убрался. Дальше рыба, если схватает, крючок мгновенно выскальзывает. Усилие небольшое надо. И должна быть хорошая подсечка. Засекает он лучше даже, чем эти тройники маленькие. Если это войдет, это уже почти ничего не сходит. Вот на это я ловил. Поймал головля, как ни странно. Пару мелких щук их отпустил. Ну а крупных щук в основном работали вот эти вот воблеры мину. Они вообще хорошо работают. Вот именно на этой речке в это время, вот как не поставишь, чтобы прям на них постоянно все ловилось. Вот это флеш-поинтер. Мне кажется, это какая-то китайская реплика. 300 рублей он стоил, недавно вот это покупал. Потом плавающие басара. Где-то 90 миллиметров. Очень хорошая у них система дальнего заброса, там какие-то шарики. Вот мультипликатор, вот это байкастер, он летит прям вообще классно. На них много поймал. Струны у меня есть на разной длины. Я с ними намучился из-за того, что здесь очень много травы. Там без конца их выпрямлять надоело. Поставил поводок из флюорокарбона. Такой вот удобной упаковки, но он просто так отгибается, там берешь сколько надо и опять закрываешь. Щука его не может перекусить. Живет пока. Здесь он .033, обычно побольше ставят, но мне, ну это очень прочный, то есть на один там все поймал, даже повреждений нету. Но мне толстый очень не нравится, потому что это нарушает игру приманки, они там тонуть начинают. Это как бы работает, ладно. Вот такой воблер, который
Это уже оригинал, это Band Minnow, японский дорогой воблер. Плавающий, изображает такую дохлую рыбку, полудохлую. По поверхности плавает. Много чего на него поймал. Классная штука. Но он летает плохо с обычного спиннинга, но с вот этого байткастера нормально. То есть его не любят, по-моему, вот этот воблер, я вообще не встречал никогда. Рыбаков у наших. Потому что может полететь как-то криво, зацепиться за шнур крючками. Такие с ним вещи. И летает он плохо тоже со спиннинга. Байткастер немножко другой выброс, там он с него хорошо летает, он как для него приспособлен больше. Вот эти все маленькие блесна, крутящиеся, не работали, потому что очень много травы. Там прям вообще как багор кидать. Так, на лягушку пока еще не ловил, но собираюсь. Ну, это прям надо по поверхности, самые какие-то крепкие места. Такая штука имитирующая, видимо, рака. Какая-то упаковка у меня была, я купил, просто чтобы шутить, на самом деле. Я вот на это, по-моему, ничего еще ни разу не поймал. Куча маленьких джигов. Большой, это тоже поджиг. Они плохо работают, я сейчас объясню, почему. Вернее, как. Вот эту рыбку-то я ставил и с огрузкой, и без огрузки. Кстати, у этого силикона, вот, что хорошо, он еще тут всплывает. То есть, если маленький грузик даже вот такой прицепить сюда, он очень прикольно играл, она вот так как-то так по дну рыбка это вот так раз скакать начинает. Но вот такой классический джиг, он плохо работал. Я думаю, сюда надо вот эта круглая часть, вот, ну, джиг это вот такая штука просто. Утяжеление крючку плохо работал, потому что все-таки круглый оказалось сильно цепляется. Вот он хоть и идет вроде как, и даже если не зацепляйку сделать, все равно он упирается сильно. Вот под эти условия надо техасскую оснастку. То есть там у него такая же примерно головка, но она как пуля сделана, вернее просто это пуля, которую просто одеваешь, там даже крепеж я не одеваю. И вот почему-то когда она острая, проходит намного лучше. Вот удивительно. Потому что вот это в камнях прям цепляется. И на дне здесь камни есть. И водоросли все на себя собирает. А вот если удивительно, если вот какая-то остроносая пуля такая, которая просто по шнуру ездит, работает намного лучше. Такой вот маленький воблер есть, на него я не ловил еще. Тоже басар. Ну, это какой-то окуневый, что ли, совсем легкий. А, ну это видели? Мой старый воблер, такой прям убийца всего живого, я его даже не ставил, просто хотелось что-то еще попробовать. Он прям хорошо ловит, это 65-й склад Minnow, но он таких размеров, чтобы все подряд ловить, то есть окуни на него берут даже маленькие, и щуки, сама один раз даже поймал на него. Очень старый. Много расточил на нем крючки, надо уже менять, видимо. Такая вот штука есть. Это стандартная блесна Мэпс. Вот это номер 3. Вот это блесна не зацепляйка, колеблющаяся. У нее здесь тоже есть такая проволочка, чтобы помогать проходить сквозь траву, если рыба кусает, она отгибается. Прикольная штука. А еще есть вот такие вот рыбки. Я их не ставил даже. То есть номер один для меня было бы, наверное, вот такой офсетный крючок, плюс вот это вот такая вот супер прочная, потому что ее надолго хватает, неуничтожимая вот эта резинка Zetman. Следующие, наверное, идут вот эти воблеры. У меня, кстати, есть идея попробовать сделать такой бушкрафт воблер и сравнить его, будет он вообще ловить или не будет. Прям соревнование устроить, супер воблеры какие-нибудь японские против... Из деревяшки что-нибудь сделать, это огрузить, там, это крючки сделать. По-моему, прикольная тема для видео.
Так, ну и могу показать, как сделать это спиннинг из подручных материалов. То есть для этого нам понадобится, как я уже говорил, где это? Чтобы вообще этим как-то заморачиваться, все-таки приманка должна быть хорошая. Поэтому офсетный крючок должен быть, если в каком-то назе он есть. Или... Я очень часто вот так ловил, что у меня там не было спиннинга с собой, не было. Но был шнур всегда, какую-нибудь там двойку. И офсетные крючки. А дальше все просто элементарно сейчас покажу. То есть спиннинг он делается из подручных материалов. Там строгать ничего не надо. Вот я специально взял кружку свою старую, я ее уже давно не беру, я дома из нее пью. И надо сделать что-то подобие вот этой вот безинерционной катушки. Вот в этих вот всяких, как называется, чашек, там и бутылок каких-то, вот просто надо посмотреть, что у тебя есть под рукой. Как вы знаете, у меня вот подход такой, чтобы, если реальные какие-то условия, чтобы там минимум дела, но максимум результата. То есть не надо ничего строить избу, там вот это все должно как-то легко происходить. Так. Где-то у меня там было. Жалко мне шнур портить с этого спиннинга. У меня веревка где-то была. Просто чтобы принцип показать. Такая веревка есть. Подсобная. То есть здесь вот это все уже есть, как бы вырезать ничего не надо. Вот бортик, как у инерционной катушки, вот ручка. Вот просто к ней привязываете шнур. И вот так вот наматываем. Много не буду сейчас наматывать, просто чтобы принцип показать, покидать, чтобы посмотрели, как улетает. И вот так вот пальцем здесь просто придерживаем, когда идем там. А потом вот эту частью раскручиваем, кидаем. И он будет вот так вот вылетать, как вот это именно, как катушка. Ну и дальше вот так начинаем подматывать. Если клюет, то резкая подсечка именно рукой. Если шнур, он может руку резать. Перчатку лучше одеть или тряпку какую-нибудь взять. Бинт. Вот именно с этой кружки, вот именно таким способом, с помощью одного офсетного крючка и шнура, я ловил прям очень много рыбы. Это просто так было, что вот просто место идеальное. Понимаю, что рыбы просто в вагон там, а спиннинг с собой не взял. Поэтому вот таким способом. Если нету кружки, то обычно всегда что-то есть подобное. Вот просто, ну, вырезаем тогда вот по подобию, что вот конус, вот этот такой, вернее, этот цилиндр. С бортиком ограничителя. Забросить можно достаточно далеко, если надо совсем далеко. Есть ложка. Вот ложка. И берем гибкий прутик такой небольшой. Но там навык, конечно, должен быть, чтобы он там. Вот это вот в прутик расщепляем, вот так вот закрепляешь и кладешь вот эту вот сюда приманку. И с помощью как копья металки можно очень далеко закидывать. Но обычно это не нужно. То есть там начинаешь ловить, когда место прям такое классное. Сил в плане ловли немного надо. И объем должен быть у этой штуки, потому что если будет маленькая какая-нибудь пипетка, замучаешься выматывать, а так вот прям она может быстро вот так вот идти. Ладно, шнура много не буду тратить. Ну то есть вот, намотали, какую-то уж длину здесь оставили. И вот здесь вот пальцем придерживаем. Раскручиваю. Ну и в момент отпускания я просто отпущу и вот этот вот палец. Шикарно. Просто шнура не хватило, так бы еще дальше улетел. И вот так подматываем, рыбка там играет. И тут важно, чтобы вот если клюнет, подсечку не прозевать, она прямо вот вверх должна рукой вот так пойти. То есть не пытайтесь тащить как на себя, бежать куда-то, потому что рыба выплюнет.
Это шикарно там играет, прямо я вижу. Сейчас нас засыплю все-таки. Вот поэтому лучше именно офсетный крючок, потому что видите, вот это он уже все тяжело прорывать надо. И подмотка вот именно на таком диаметре, она оптимальная, вот именно чтобы приманка еще вот такими рывками как бы играла. Так, ну и вот так вот можно ходить это. Где вам больше нравится. Только будьте осторожны, потому что там можно это, засадить в себя крючок. Если хорошо мясо до бородки дойдет, то его вытащить можно будет только через протаскивая насквозь. Поверьте, если рыба есть, этого достаточно, чтобы поймать. То есть, идея такая, что кружки есть обычно всегда в походе, и там и вообще все есть, поэтому там строгать, там что-то искать какие-то, извращаться не нужно. Вот спиннинг. Ну и этот бейткастер. Удилище, это у меня понтун 21, психоган называется. От 7 до 24 грамм. Вот это экшен у него. Он такой, там написано типа sensitive fast. Ну fast это когда просто кончик гнется, но на самом деле это sensitive fast, это маркетинг, на самом деле он просто умеренно быстрый. Ну и катушка вот эта мультипликаторная, она вот эта вообще вся конструкция, она главным образом известна тем, что вот когда забрасываешь, здесь без конца бороды образуются, которые надо распутывать. Ну шучу на самом деле, там просто надо чуть-чуть по-другому забрасывать, там многие какие-то тормоза что-то настраивают, еще что-то, как бы да, полезно, наверное, сейчас. Там единственную вещь про это надо знать, вот кружка мне хорошо послужит сегодня. Там заброс идет вот так вот, что вот как бы вот надо почувствовать вес, и дальше вот как бы контролируемо он у вас улетает. То есть именно контролируемо, именно само удилище должно кидать. И это дает огромную точность, потому что здесь у этой катушки там шпуля, она может начать быстро вращаться, она должна вращаться именно с такой скоростью, с которой груз вылетает. То есть тут это больше как проща какая-то устроена, то есть это не как спиннинг. Если взять по спиннинговому вот так вот из-за головы, оп, и с остановкой, вот он такие рубящие движения не любит. Если вот так сделать, слишком быстро это будет катушка крутиться, и здесь прям все это начнет бородить. Поэтому тут контролируемое движение, вот как я показал, вот раз, просто локти близко, размах, так можно кидать, можно вот как-то так кидать. С этой стороны там, тут больше кистевой, он сам устроен больше как меч какой-то, вот такой у него даже двуручная рукоятка. Но если приучиться, дает очень невероятную точность, намного точнее, чем у спиннинга. Это, в принципе, его единственное преимущество, остальное все недостатки. Не стал бы я такое рекомендовать именно как какой-то походный спиннинг, потому что ну, риск всегда есть, что здесь что-то запутается, потом этим надо уметь пользоваться. Плюс вот самый большой недостаток, я считаю, для как походный спиннинг. Там бывает ловишь, когда там с одной тут трава, там здесь какие-то камыши. И спиннингом-то можно вот так подойти, как-то высунуться и коротким движением там забросить, и нормально все будет. И этому все-таки требуется какое-то вот движение такое.
Поэтому идеально с лодки. Катушку я взял какую-то новую, не знаю, китайскую, бюджетную. Может, если хорошая будет, сниму потом обзор. Надо плавить, потому что... Ну, я пока ловлю нормальную, разловил уже. Говоря о точности, тут дело не то, что я как-то очень точно кидаю. Тут дело в контроле. Вот ближайший угол островка вот этого травы, я могу прямо впритык туда кидать сколько угодно долго. И не особо напрягаюсь. Не надо прицеливаться, потому что здесь летит не как это из рогатки там или из успиннинга, как из лука. Ну и воблер тоже, видите, он оранжевый, просто чтобы я его тоже лучше видел. То есть почему у меня локти прижаты в начале заброса, потому что мне в конце понадобится. Вот я, допустим, сейчас кину на центр прямо этого островка, как будто ветром сдуло. А потом просто буду поднимать руку, натягивать этот шнур. И как вот в детстве привязывали шмеля это, к нитке и вот так его контролировали. Вот так и с этим происходит. Просто не может улететь не туда, куда я хочу. И вот это единственное ощутимое достоинство этой штуки. А еще прикол этой снасти, что когда ее освоишь, ты как человек-паук вот этой со своей паутиной так. Вау! Прикольно. Воблер оранжевый тоже, чтобы я его лучше видел. И звук такой приятный. Только это нравится. Кстати, очень хорошо себя вот этот нож показал на рыбалке. Я вам столько щук разделал. Вот эта рукоятка у него действительно не скользит даже от слизи. Ножны, единственное, вот они почему-то, вот, видимо, вода часто попадала, они какие-то пятнами пошли. Вот так вот нормально все с ними. Даже бреет. Вот это обычная N690, как бы, вот что еще хотеть. Не ржавеет, нормально заточку держит.
Тут прямые спуски, я думаю, может быть даже и повыгоднее, чем линза, потому что вот когда между рыбьих костей проходит, он легче. Единственное, надо точить их там где-то на 40, может даже чуть больше градусов, у меня на 40. Но с тонким сведением он все равно отличный резак. И очень нравится. Единственное, может быть, я думаю, может ему действительно, вот как хотели там сделать на Южном Кресте, чуть потолще, конечно, ему кончик. С ним все нормально, но бывает, когда вот этих закалываю щук, какие-то опасения возникают, ну, вроде нормально все. Просто осторожно надо закалывать. Так, ну, поскольку я извращенец в этом плане, можно чуть подправить. Вообще ножи лучше не доводить до сильного затупления. Вот такой правки, в принципе, им на всю жизнь достаточно будет, если постоянно ухаживать. Опять что-то дождь пошел. Вот как бы сплинтер. Правильный нож. Вот все просто, но все гениальное просто. Так вот. Я ничего не промок, вот камера. Уже так не покупаешься. Ладно, выпуск у меня немножко такой этот сумбурный получился. Но я как это, как чукча, это вот, знаете, что вижу, то пою. Поэтому, может, как-то немножко так не связано здесь получилось, но ладно. Зато вживую. Если какие-то темы, вот, которые я тут рассказывал, были интересны, я могу их как-то дальше развить. Также прошу прощения, так я, может, как-то говорю тоже, потому что так не одичать уже успел здесь. Общался в основном только с лисой и вот с камерой. Ладно, пока. Пользуйтесь вот такими днями, пока там сейчас зима не наступила. Потому что зима близко. Это для России очень актуально.